Вас не видно? Ну вот, а я вас вижу хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Видно? Вот так. Теперь видно? Теперь видно в синем платочке, в очках. Доброе утро. Ну вот Женя мой разговаривал с вами. Вы хотели там со мной еще беседу провести. Что-то там не так, наверное. Не просто так, не трожьте его. Не лезь к нему. Просто молись за него и все. Он не принимает это. И не надо. Он просто огорченный он. Как у него наладится, он опять на меня выйдет. И тогда поговорим. У нас не заладилось что-то там. Голос мой он не слышал. Ну а все меня слышат. Больше я ничего не хочу вам сказать. Пока только молись. Если можешь, где-то милостыню подать за него. И чтобы Господь услышал вашу молитву и мою. Угу. Он мне хорошо, не... ладно. Он мне... Женя уже мне не чужой. И не просто Женя, а Евгений Александрович. Ой, хорошо, ладно. Ну вот все, я только это и хотел вам сказать лично. Никак. Подойди, что нужно, там, обними его, поцелуй и иди. Это не запрещается. Женя, если я тебя что-то где-то надоедала, прости ты меня грешную. Вот так можешь сказать, но не больше. Не упрекай, что не такое, или где-то у него не ладится на него так. Потому что без Бога. Я посмотрел, ни одной ситуации безвыходной у него не было. Ему нужно было смиренно, там, та, которая могла быть тещей, там. Ну, все это наладить. Притом легко наладить. Ну, опыта никакого нет, а гонор есть. Да. Ну все, Надежда, у меня больше нечего сказать вам. Теперь молись. Хорошо, только. Спасибо. Да усмотрит Господь, да устроит. Хорошо. По воле своей святой. Все, отхожу. Хорошо. Он сегодня позвонит. Да, он сказал, позвонит.